Мы решили сделать татуировки. Смотрите, вот моя татушечка на руке. Уберола такая же, только она сбоку. Покажу потом. Ну вот и все. Собрали палатку. Загрузились. Едем домой. Ну все, 3 дня, ну даже получается 1, 2, 3, можно сказать 4 дня, пролетели незаметно, все, слава богу, уезжаем, уже подустали все, и я, и муж, и дети, отдых хорошо, но на солнце, конечно, трудно, очень жарко, сегодня вообще, по-моему, самый жаркий день, так что все, пока-пока, море!